Так, ветер 240. О чем мы там сегодня? Кого мы там сегодня мочим? Сопровождаем бобров. А, точно. Я наконец-то протер себе монитор. Совсем будет одиноко. Да вообще ни одного контакта не будет. Все куда-то денутся. А чё, мы кого ждем еще? Ну все на месте. Все готовы, паузу убираю. Сейчас, подожди секунду. Да, все готов. Сандер. Серега. Меня не слышно? Вот сейчас слышно. Все, готов. Все, запускаемся. Здорово. Привет, Слав. Привет. Здорово. Кто-нибудь включит стрим? Ща. Начал руление. Да подожди, ты куда ж ты торопишься? Ну раньше сядем, раньше выйдем. Так, а чё? А, это ты поехал, да? Так, от нас тут чё? 240 это... Куда надо? Все правильно, мы в торце стоим. А, все верно. Окей. Так. Железный пустой, да, у нас? Да. Так, ну на баки потом надо переключиться будет, да? Взлету готов, начинай разбег. Так, второй кто? Я. Стою в левый круг.
Гироскоп на прицеле расфиксировали? Да, да по трассерам можно, чего уж. Да, я им тоже не пользуюсь. Очень зря. Хорошая штука. Я удивился. На МиГ-15. О, МиГ-17. С сейбрами крутился. Короче, сейбр сжирает там по 3 37-мм снаряда. Зато этот Б-26. От двух попаданий у него крылья разваливаются, фюзеляж раскалывается. Боты, сэр. Ну, только там и там боты. Не, ну как бы там-то под человека сделан сейбр. Если я правильно понимаю. Ну и причем там сырки вообще не работают на. Ну а ты замечал здесь вот в строй бобров эти взлетают, влетают эти орлы и что-то как-то не особо стреляют-то. Ну не сильно жестко. Да. Я уж не знаю, как тут с реалистичностью это связано, но попадают только если там на 6 садишься плотно и висишь, тогда да попадают. А так мимо. Если с краю строя подходить, они активнее как-то стреляют. Я думаю, что они боятся своих еще попасть, возможно. Вот, ну, если в реале брать, я думаю, там никто не думал своих попасть. Там, я думаю, лишь бы отстреляться, тебя бы не тронули. Ну, это... Там, потому что на таком зачем, адреналине... Зачем полоски на крыльях были у американских истребителей? Я имею в виду своих бомберов. Господи, они на них и бомбы сбрасывали, и что только не делали со своими бомберами. Бомбы это случайность скорее. Хер его знает. Че, ботов ждем, да? Да, сейчас. Один идет. Первый пошел. Или это первым? Нет, я где-то за тобой. А, блин. Ты, Серега? А, вон они. Что-то с приобретением гладиатора пришлось начать обустраивать кокпит. Просверлил первые две дырки в столе. В чем дырки просверлил? Ну, чтобы он не шатался, зараза. У него, блин, база меньше. Ну, в смысле, площадь основания просто тупо меньше размеры. Чем... Ну, она же специально под это, под прикручивание. Нет, это это ганфайтер. У меня-то гладиатор просто этот, обычный джойстик. Не знаю, Вить, я, по-моему, уже лет 10 или 15 летаю с привинченным. Ну, короче, я просто до этого не сталкивался, как бы, с ситуацией, когда ты там влево даешь рус, да, и херакс, у тебя джойстик начинает прыгать, блин. Я скажу больше, с педалями пришлось еще и колесики у кресла открутить и выкинуть нахер, чтобы я, не кататься, знаешь, на кресле. У меня, вот когда колесик было, кресло с колесиками, я сзади, они же двойные, там, как ну бы да. Между колесиками прекрасно проходит палка, которую я как-то нашел на улице, короче. Ну, ребенок нашел. И вот два колеса фиксируешь параллельно
стене, которая. И оно прекрасно без этого, без стопора обходится. Ну, не знаю. Надежнее, когда собственным весом все это прижимаешь. Кстати, можно, наверное, колесики заменить такими этими, мебельными ножками, которые такие, ну, толстенькие. Ну, это у меня выкинецкая, там, блин, особо, короче, не покручишься, он Дима, а, Ром, вижу тебя за мной. Так, давай я слева тогда пойду. Кстати, можно было джойстик прикрутить просто к куску фанеры, как у меня. У меня, у меня джойстик вообще стоит в выдвижном ящике, как бы, стола. Поэтому... Это, во-первых, мне удобнее так. Он на высоте, на нужной. Вот. И поэтому я просверлил, ну, как бы просверлил просто тупо арголит. У тебя теперь не закрывается стол. Ну, я же его снимаю, там всего-то на барашке. Два барашка открутить. А, еще прикручивать. А, понятно. В раю. Ну что, на курс стало ложимся? Так, ну, 214 по гирокомпасу. Да, да. Давай. Так, на прямо по курсу 4 кана над облаком. Это с задания возвращаются орлы. Так далеко видите? Я не вижу. А у тебя, Ром, дальность какая стоит? Ну вот, экстремальная? По-моему, да. Ну они, кстати, на широком угле обзора гораздо лучше видны. Ну все равно знать, куда смотреть, потому что они там... Конечно! Очень тускло видны. Ну приблизитесь. Ну тоже тускло, они нас за облаком, наверное, сейчас. Нет, они напротив, ну, в смысле, я их вижу вот. Вот на нормальном угле, вот 90 градусов, допустим, я их вижу очень хорошо, всю эту группу. А вот когда приближаю максимально, нифига не видно. Не, ну теперь, когда знаешь, куда смотреть, то на всех углах, в принципе, видно. Ну да. На широком они жирнее. Подай они, правда, потом. А, нет. Хотя нормально. Да, на узком угле вообще что-то не видать. Но они не сливаются уже, получается, в одну точку. А сейчас вообще за углом. А сейчас, да, ушли. А у тебя, Ром, тоже экстремальный, да? Вроде да. Ну вообще, конечно, то, что там на 20-30 километров видны коны, это, конечно, атмосферность слегка портит. Ты бы в тундре видел, как коны видны? Да ладно, там в тундре, блин, карта 70 километров. Ну вот, через всю карту и видно вообще. Кто где. Нет, в ДЦС вменяемая видимость. Если сравнивать с БЗС, тут... Слушай, ну вот их, допустим, на фоне земли, их потерять, ну, так, такой, в принципе, относительной близи тоже можно легко. Да, очень легко. Можно легко, но ты понимаешь, я летал, когда одиночные миссии, строй пешек на фоне леса вообще не видно просто. Просто он сливается абсолютно с текстурой. Это как возможно такое? Ну, зато там сейчас облака будут красивые, закаты, рассветы, наверное, красивые. А, ну да, еще время можно миссию установить, да, да. Здорово.
кстати, две четверки висят. Да, две. И Черчилль еще можно покатать. Это в лучшем авиасимуляторе, блять. Святое дело. На танке погонять. А где радар включается? Эра английская. Ну, надеюсь, ничего не выпрыгнул с самолета. А, ну я не знаю, что ты не менял. Да, все по умолчанию, да. А что, должен загореться что-то? Справа вертикально. Ну, в смысле, вверх переключатель просто встает, и все. С радиостанции? А, да, встает один, ага. Кругленький. Рядом. Ага. Да я без него летаю, понадеешься. Ну. Бля, где? Так, ты вниз пошел. Забыть надо. Глаза у меня в разные стороны смотреть просто. Одним на Серегу, чтобы из строя не выпустить. Вторым на переключатель. Что, в лоб такой махали, что они летают? Да, это муста. Мустанги этот. Разойтись бы с ними, это, блин, такие упертые прям. Сейчас отлично идем, по-моему. В наглую вообще. Одно слово, боты. Так, Серег, что-то правее взяли. Да, сейчас левее возьму. Нифига. Принтскрин сделаю, Дима. Выложу потом. Так надо в строю стоять. Красиво, конечно. Он блестит, собака. Так, чуть-чуть вправо даю. Походу этот крутящий момент заворачивает влево. Там ветер всё... еще смотри. Ну, ветер может быть, да. Я не знаю, как тут насчет ветра, как он тут распределен. Ветер-то относительно земли смещает, а не по курсу тебе. Не, ну понятно, но 240 он там на взлете был на земле, а как наверху, я фиг знает, тут такая же фигня, как в этом БЗС. Разное направление на значение может быть. Может быть, это если статичная погода, а здесь именно динамическая, я не знаю. Это желтая лампочка, это радар, да? Желтая лампочка, это нагнетатель, вторая ступень. Угу. Нафиг она тут так. Не, подожди, это снизу желтая лампочка. А вот эта, которая наверху. Да. Прицел-то. Радар. Ну, возле прицела. А, это да. Рупор, да, и лампа. Ну это в основном это сигнал. Направленный динамик. Наушники. Точно не пропустили. А лампочка это просто лампочка. Слушай, по-моему, это динамик именно. Да, это, по-моему, просто чтобы не засветило тебя его. Да. Да, не знаю. Ну, Таня, конечно, поставили его. Ну, с другой стороны, да, если ты в прицел смотришь в бою, чтобы не пропустить. Вон я уже этих жирных вижу справа, на правом крыле сидят. Да. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Шесть четверок, по-моему.
Да не то чтобы 6 четверок, там их куча четверок их там на самом деле. Ну, я вижу просто 6 формаций таких плотных. На широком угле, да, если приблизить, там их, короче, можно. Ну, в общем, до хера их, около сотни примерно. Я бы сказал, что их как минимум 80. Может и 80. Да, где-то так примерно. Вапа 36. Короче, почти угадал. 72? И по высоте мы уже на их высоте, если не выше. 21 тысяча по условию. Ну, может быть. А у нас 16. Блин, мы еще будем болтаться, ждать их. Кстати, там вот в этом отражении, в этой лампе. Там... О! Заработала эта фигня. На 6. Радар что ли? Да, включил я. Там, кстати, отражение морды лица пилота нету, там только это пустое кресло. В смысле честное отражение или это? Ну, в зеркале, например, морда лица видна, а в этом, в этой лампочке, короче, там просто заголовник мягкий виден. Честное, да, отражение. Я вот поворачиваю по крену. Отражение тоже поворачивается. И про пилота, в смысле, в зеркале? Ну, про вот эту лампочку, которая отражает. А, ну да, там. Горизонт там, да, меняет положение. А что, надо подогрев отключать, да, карбюратора?
И ручки вперед надо. Ну, это я сделал на взлете и как бы. Ну там на высоте вроде надо отключать подогрев, да. Да. Так обе вперед это выключено. Чел. Ну да, не использовать на высоте выше 12 тысяч футов. А я как ставлю, так и летаю. Ну, карбюратор уже что-то как совсем замерз там. Это нормально там. Там в какой-то диапазон, главное, не попадать. Детонации не было? Нет, там в смысле... Обледенение. Обледенение и это... Короче, намерзает там лед. Вроде подогреваться начало. Ну, на высоте смысла нет. Тут, ты если через облако или влажную погоду там летишь, я просто не знаю, они тут, по-моему, так и не сделали обледенение вот этой. А может, сделали. Ну, короче, ручки вперед, это захолаживание его. А, это нормальное положение, в смысле, он так и должен. То есть, в смысле, минус 50, это нормальная температура, просто там... Главное, чтобы влажности не было, чтобы лед не образовывался. Как в ПРЛ написано. А там опасная температура, что-то от минус 10, по-моему, что-то до плюс 5, как-то так. А ручки короче, назад или вперед? Ручки. Короче, на взлете обе ручки вперед. Но нет, на полете на обе назад должны быть. Ой, обе вперед. А назад левая ручка — это закрывание вот этого воздухозаборника, чтобы туда пыль не летела, ну, на взлете. Либо чтобы влажный воздух туда не залетал и... Ну, тут написано не использовать выше 12 тысяч футов. Это подогрев, это правая ручка. А левая ручка — это заслонка просто этого воздухозаборника. Короче, правую ручку сейчас можно назад, да, по идее? Нет. Назад ты включишь подогрев. Если у тебя первая ручка вперед, левая, то он как бы работать не будет, потому что у тебя холодный воздух все равно залетает. Все, ладно, все вперед и не паримся, да? Да. Все, понял. Вот и за нами. Бобры где-то. Наверное, уже наша высота чуть-чуть еще. У нас уже 20 почти. 20, да, ровно. Ну, еще 1000 футов и будет то, что надо. Мне вот непонятно еще про детонацию пишут иногда. Это когда он перегрев. То есть, когда он перегревается. Бензин в карбюраторе, тогда детонация возникает. Если я правильно понял то, что там написано было во всех этих пистоловах. Чем это чревато, непонятно. Уменьшение мощности двигателя. И возможным выходом его из строя. Это я читал там вот некоторые отчеты вот этого Майера, в частности. Вот он там пишет, например, там тра-ля-ля, то-си, там было то-сё, потом я сорвал пломбу, дал 67 надув. Потом через минуту у меня началась детонация, я уменьшил это надув. Вот там пару раз такое было. Так. Короче, мы напротив этих устьев двух рек как раз. То есть если курсом 180 пойдем, это вот примерно точка, где мы бобров должны ждать, судя по всему. Там под 45 от мыса как-то должны. Чуть правее это Катантен мыс. Короче, мы вот примерно чуть правее, да, и должны бобров ждать там, в этой точке. Там можно, в принципе, на них идти, поэтому как бы развернуться и к ним. Так, а тут этот триггер сработает? Ты
Мы сейчас в район выйдем, он... Ну, он мандеть начнет, тогда и сориентируемся. Смотри, Серега, если довернуть на 180, мы должны выйти на вот это вот устье двух рек, которое сейчас вот фактически на 11 часов от нас. Ну, я вижу. Ну, то есть надо чуть-чуть правее взять. А, все. О. Шикарно. Вопрос решился сам собой. Можно в правый круг встать и покрутиться вниз. Ну давай, ждем. Ром, а боты видят трассеры? В смысле? Ну, вот, допустим. Бестрассовые ленты? Да. Ну, они... Кстати, когда стрельбу открываешь, да, они видят. Бывало, я подходил к ним, подкрадывался, они не замечали, но если стрелять начинаешь, они замечают. А если сразу, например, зашел в 6 и сразу огонь открыл и попадаешь, ну, там они где-то... Секунду-две думают, а потом втыкают. Тоже что-то делать начинают. Просто раз гира прицел есть, то это... Трассовую ленту хочешь? Ну, можно попробовать. Ну, может быть. Просто там... Как ты подкрадешься? У них же радиосвязь, по идее, между собой. То есть, если они там друг друга внутри звеня видят, они же сообщают. Ну, к одиночным бывает, удается подкрасться. Так, одиночному можно. Ну, я, короче, держу курс на формацию. Принял. Но это только, короче, судя по всему, стрижка только начата. То есть мы закончили самый легкий путь этой миссии, период. Слушай, давай выше не полезем, а то что-то уже как-то 25 тысяч там набрали. Хорошо. Да неужели? Наконец-то он их увидел. Рома, а ты всегда вот с таким вот широким углом летаешь? Так. А вообще у тебя стандартный какой? Или ты не настраивал там? Что там, 90? Я не настраивал. По дефолту там 90 или? Ну, наверное. Не знаю, но он такой. Немного искажает, но зато ты все видишь. Че, я газ прибираю, чтоб в одной скорости с ними идти? Там по условию сказано, что надо это, змейку над ними делать. Так что на одной скорости. Можно ходить. Змейку делать. Я думаю, гансов мы увидим раньше гораздо. Тем более мы выше, как бы, поэтому, в принципе, можно, конечно, и прибрать. Пока противника нету. На холодном двигателе пойдем, а потом разгонимся, если увидим их сразу, и разгонимся.
Короче, я считаю, мустанг менее эффективный, чем мессер. У мессера два радиатора, у этого один в брюхе. И плюс он подтормаживает при резкой передаче. В общем, вред, беда мустанга — это нельзя давать резко газ и без скорости оставаться, он тут же начинает греться. А мессер спокойно переносит такие перекладывания газа резкие и зависания. Так ты открой его и все. Кого? Воздушный радиатор. Ой, водяной. Полностью вперед. Ну-ка. Получается, что нужно манипулировать на нем, так же, как и на ручном, на советском самолете, на котором вообще никакой автоматики не было. Смысл тогда в ней? Неэффективно. Работает, скажем так. Ну, то, что там с мессером сделано, это как бы тоже не совсем понятно на самом деле. Ну, там поэффективнее. Просто сам мессер, он для маневренного боя более подходит. Вот так вот. Но да, я посмотрел, да. Попробовал, он, в принципе, тоже... как бы перегревается, ломается, если вот на вертикалях зависать. Но он не так, конечно. Сильно насиловать. Но у него запас динамический по, скажем так, по вариации газом, там все гораздо выше. Ну да, он не самолет сопровождения, он именно самолет завоевания превосходства. Он и легче на тонну. Ну? Прям на тонну? Да. Ну это если причем там совсем говном, да? Ну вот Мустанг, по-моему, 3500 весит, а тот 2800 или тоже 2500 где-то. Да. Ну правда, и Мустанг может топливо там брать намного больше, а у того, по-моему, там 400, чуть меньше 100 грамм где-то. Ну для ПВО этого хватало, а стратегической авиации у немцев не было. Так, что-то у меня топка закончилась в левом баке. А я сбросил. Нахуй их. Если живой останусь, одного бака дотянуть до дома хватит. А вот на высоте маневрировать — это жопа полная с баками, блять, это капец. А что-то я тебя потерял куда-то. Я справа от формации. Вся группа слева, я вижу вас. Двое, трое и один сзади. Ну, трое — это, видимо, боты. Ты справа от строя? Да, я справа. Да, ну ладно. Судя по тактике, фрицы пройдут сквозь строй, а потом разворачиваться начнут. А, ну вот вы за мной перестраиваетесь, да? А, все, увидел. Ага. Я наконец-то, Ром, записал этот трек, сделал нормальный, с запросом посадки на авианосец. Ой, ну, в смысле, на этот крейсер, короче, когда он раскладывает эти борта. И с нормальной посадкой. Короче, я бандитов вижу. А, нет, это зенитки, прошу прощения. А что они там херачат перед нами? Ну, видимо, заградительный ставят. Ну, это Атлантический вал, все дела. Ну-ну. Они уже на боевом, по идее. Кто? Бобры. Ну, вроде вглубь залететь должны. Ну, там вглубь залетать — это вот линия фронта, и считай 20 километров, и все. Даже к берегу еще не подошли. Вот тут осталось тогда берега-то. Ну, мыс от Шербура проходим только. А, точно, 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 точно. Нет, вон ястребов вижу по облакам. Видишь, да? Угу. И я вижу тоже. На 10, на 11 часов. Ну вот мне сначала показалось, что это бомберы, а потом они то исчезают, то появляются. В смысле,
разрывы. А вот группа конкретно, где-то на 11 от формации, две группы вижу прям. Короче, хуй знает, кто да, это. Вижу, да, подтверждаю. Одна там впереди, короче, и потом еще кон, потом сзади еще кон. Ну вот то ли одиночные они, то ли что, я не пойму. Одиночные. Вот слева одиночная, а потом идет групповая, крайняя слева правая. Головные, да, идут 4, по-моему. Как минимум. А, не, нифига. Пары, это пары. А, пары, да. Пары и четверка. Раз, два, три пары и четверка, такое ощущение как-то. Первая четверка, потом за ней две пары, как минимум. Ну, типа того, да. Три пары. Отставить, не три пары. Замыкающие тоже четверка, скорее всего. Да, четверка. Я думаю, что они все четверки. Тогда 16 получается. Раз, два, три, четыре. Да, 16. Жирновато. Ну, задача, в принципе, предельно проста. Ну да. Не дать им сдохнуть. Не дать им сбежать. Не дать им разобрать бобров. Да они в принципе, ну 116 самолетов сделают с формацией 75. Ну что, ну это смешно. Слушай, это ну, просто смотря, так как. Смотря какие самолеты. Об стенку горох, блять. Ну там были какие-то разные варианты. Ну вот же тут вот он делает же жучки 88-е с. Шраги Мьюзик, что ли? Ну. Так, кто-то, да, кто-то прямо перед нами. А, это Муст, Муст, все нормально. Так, ну чё, эти, похоже, уже легли на курс на бобров. Ну. Дима, в лобовую пойдешь? Да они не скачут. Да я тоже думаю, развернуться, тогда начнем их разбирать. А сейчас, если мы их атакуем, они полезут сразу вниз, а вот те за ними четверки нам втыкать начнут тогда. Или переключиться сразу на бомберов. А вы не лезьте на них вниз, за ними туда. Ну, обозначить атаку надо. Согнали и все, и хватит. Хватит. Да, четверка прет прямо на нас. Короче, она на бобров прет. Ну так, сейчас а будем смотреть, что она будет делать. Так, смотри, она левее уходит, что ли? Давай, короче. Витя, что-то тебя потерял. А, вон, слышите. Я на. Они ниже, слушай. Разворачивается влево. Окей. Вижу, 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 вижу. Захожу на четверочку эту. Так, так, первую четверку я пропустил. На вторую. Так, один вверх пошел, остальные вниз. Витя, вверх сбивайте тогда. Команду дайте ботам, чтобы работали. Первого, одного пробил, Фоку. Принял. Вверх ушел вправо разворот. Я за бобрами оказался. Хожу на кого? На Фоку, похоже. Да, заходишь, я за тобой. Атакуй. Вы сзади, да? Бьете с ним? Да, да, я пролетаю, я не успеваю.
Точнее, блядь, пролетаю, не успеваю, добиваю! Да у нее скорость падает, я наверх хожу. Ясно. Бей её, если можно. Да все, я проскочил! Она вниз пошла, все, пусть идет. У нас тут полно целей. Так, еще одну вижу. Я ни хрена не вижу. Так, я с бобрами остался. Так а где бобры-то? Они вот как раз линию берега проходят. Я их взорвал одно! Вот, увидел их. Подхожу к бобрам. Бобры чистые! Да-да-да. Вся, все говно внизу. Так, вон на фоне облаков, короче. Вот они, похоже, тянутся туда вверх. Да-да-да, да, надо их ебашить, ебашить надо их. Они ниже. Ниже, да. Да и хер с ним, пускай ниже там пасутся. Че пасутся? Бить надо их, блядь, че пасутся? Да подожди, это тут еще. Так, вон, да, он на него. Так, бьют, 151 бьют. Передо мной проскочил. Я. Они тоже, они тоже подходят, береговую линию проходят как раз. Но они заметно... Они левее, они левее. Они заметно ниже. Нет, они вот как раз береговую линию проходят. За бобрами. Вон пара вижу как раз. Она в правый разворот ушла. Вдоль берега. Это мы? Нет, это Фоки. Вижу пару, вправо уходит. Да, иду за ними. Так, это П-51 один. Он на шести у Фоки, я их не трогаю, пусть воюют. Иду к бобрам с набором. Вон там война идет над морем. Ну пусть эти боты ебутся с ними. Наше дело правое, враг будет разбит. Я за бобрами иду. Короче, боты свалились вниз к Фокам. Ну вот они их и плющат там, похоже. Видимо. Вижу пару слева. Попробую сейчас ее атаковать. Бобры абсолютно чистые. Так, тут, короче, кто-то мне в 6 заходит. Ром, не ты случайно? Знаю, я только бобров вижу. Сейчас увидишь, если эти. Стрельба. Трассеры подо мной. Да, там П-51 мочит. Где, блин? Фоку. Внизу, над побережьем. Там речка или что? Ну вот они по маршруту, где две реки. Да, не спускайся расходят. К ним, они очень низко, не надо. Блин. А, вот все, бобров увидел. Так, я вышел на тройку. Да вы плюньте на них, поднимайтесь наверх бобрам и возвращайтесь за ними. Бобры чистые. Да чистые, это пока они чистые, там еще вглубь лететь, а потом обратно. Никого там не будет. Фашистов да. Кончились пилоты, я слушал по радио. Вы так, мне Фоха в лоб заходит. Где? Над побережьем. Блин. На высота? Да сейчас скажу. Выше облаков. Сейчас. Да, выше облаков, точно. Вот самое точное определение. Вижу, кажется. Короче, кто-то еще какая-то... В этом муст еще вышел. Взорвал! А видео это, да. Чё-то я не знаю, эти мощи добавили, что ли, этим, блять, пулеметиком. Да, патча не было. А? Патча не было. Вижу два контакта справа сзади у тебя дальше, далеко. Да, да, я вижу, их вижу. Не знаю, кто это. Проверь. Разошлись. Ну я иду в ту сторону. Так, я разворачиваюсь на них тоже. Так, что-то непонятно. Так, бобры, Рома, ты на них заходишь? Бобры, я... Похоже,
отбомбились, разворачиваются. Я кого-то преследую, непонятно пока кого. Одного. Ты влево идешь, да? О, кстати, высота уже почти у бобрачья. Да, на полуостров Шербург где. Принял, я за тобой. Мерса поджег. Ага. Так. Так, я переключаюсь, у меня справа контакт на меня заходит, я на него переключаюсь. Ты, Рома, чистый, понял. Поэтому можешь идти спокойно. Так, или вот это парашютист? Вверх вылезли, вижу 6 контактов, 8, 9. Это как раз над побережьем, да? Война вся. Че, догоняешь его? Нет, похоже, не могу что-то догнать. Странно. Ну бросай его тогда, я пошел к бомберам. Ладно, разворачивайся. Короче, если вы хотите с ними повоевать, я с бомбарами, поэтому тут все спокойно. А, то есть ты нам добро даешь, да? Вот я вижу тебя, там одного среди бомберов. Там да. Больше никого не видно. Не, там еще Дима должен быть. Дима там чем-то занимался. Побережье. Да вы там все, вы все над побережьем. Вот у меня слева контакт сзади беспокоит. Ну непонятно как это действует. Вот как раз практически над устьем двух рек вот этих вот. Рома, ты на него идешь? Я возвращаюсь, как сказать. Строй. На перерез бобрам. Все, бобры уже ложатся на курс домой. Ну и тогда я разворачиваюсь на этого засранца, который меня преследует. А вот больше никого не вижу. Я, короче, чуть вот в море, напротив падения двух речек. Да, я вижу три контакта. Один над полуостровом, далеко, на западе. Второй на меня в лоб идет, третий далеко тоже. Такой на полуострове, это я его бросил, это он убегал, я его не догнал. Понял. Получается, перед ним я должен быть, вот напротив двух речек. Напротив двух речек. Где вот в устье падают. Ну, у меня сзади, я не вижу. У меня такое ощущение, что та фок, который ты бросил, она развернулась. Это либо, короче, разрывы в зенитах. Так, вижу тебя, Рома, я у тебя сейчас сзади. Так, и кто там? Походу, это фока, мне кажется. Сейчас попробую. Похоже было, да. Ну, она что-то... Так, не разворачивается. Она внизу болтается где-то. Она, видимо, пробитая, та самая, которую ты первый раз пробил. Подозрение у меня такое. Да, а это Фокке-Вульф. О, там что, столкнулись, что ли? Бесер кверх ногами полетел. Горящий. Он так может лететь до бесконечности. Я помню, двоих так сбил, они кверх ногами летели, пока я до Британии там херачил. Глюк такой есть, да. Он горит еще к тому же. Ну, это вроде исправляли. Горит и летит кверх ногами. Горит и летит кверх ногами, да. У них такая фишка. Короче, он планирует, я не могу у него удержаться за ним. Он там борьба на вертикалях, короче. У него скорость, блядь, капец низкая. Так, ну пробей, да и бросай его, он уже падет. Сейчас, нет, ну добить-то надо, чё он просто так летает. Все, вышел на него, сейчас, блядь, буду атаковать. Он, походу, планирует. Да, они тут на аварийку. Причем они даже деревья обруливают, которые вот растут на это. На пашнях там. Короче, пробил его. Ну ему так хорошо. Он летит. Как в песне. Мой дельтаплан, мой дельтаплан. Сейчас еще раз зайду. Короче, какие-то коны вниз пошли совсем уже, да? Я никого, кроме бобров, не вижу, возвращаюсь к ним. Над побережьем чуть-чуть левее получается. Восточнее вот этой речки, раздваивающейся. Это вот там война вниз, она ниже облаков ушла вся. Там 4 кана, я точно видел, не спустились. Я что-то попытался сунуться, но вы совсем внизу уже. Я к бобрам пошел.
aircraft. Engage bandits. Roger. Engage bandits. Боты подозрительно молчат. Передохли, что ли? Не знаю, вон они тут со мной крутились пятером. Совместно. Так, вон. Ё, горит! Горит, бобновый! Бобров, по один кон вижу. Над побережьем иду к нему. Я. Понял. Но ты восточнее сильно. Но я прям на них иду. Я понял, вижу. Наблюдаю тебя, да. Я справа. Пока не... Короче, погасло что ли, сука, я не пойму. А прямо направо посмотри на крыло, я это. Если загорелось, бросай оно уже все. Да, да бросил. Вот пара внизу болтается, Рома, это ты там гоняешь кого-то? Нет. Рома на... высоко над бобрами как раз. Интересно, она с пожаром, блядь. Топливного бака продолжает лететь. Ну похуй, ладно. Разворачиваюсь над бомберами. Я за тобой. Километров двух. Все, рядом. А над восточной речкой по нулям кто там, не наш? Не знаю, только если какие-нибудь горящие фоки, боты. Короче, у меня справа, вот над развивающимися речками, раз, два, три, четыре, пять контактов. Ну вот четверо шестой... точно наши. Моя фока горящая. Справа. Ты что, пошли тогда к ним, потому что бомберы уже пересекают. Да, все, пошли. Идем? Я за тобой иду. Нет, мы к вам идем. Ну, то есть к этим контактам. Да. Да, только не нашли. Так, Ром, смотри, прямо по курсу ниже два контакта. Ниже облаков? Нет, вот они на фоне облаков. Ниже чуть-чуть, просто градусов на 10. Опусти нос и увидишь их. Ходи вперед. Один дымит. Ну, моя горящая фока, короче. Она отдельно от всего строя. И вот под ней чуть-чуть... Я, короче, на 5 часов... На 7 часов от тебя. Ниже. Не могу понять. По-моему, это мустанги возвращаются, которые у земли долбились. Да вообще ни хрена не вижу. Да, да, это мустанги. Это звено мустангов, которое свалилось вниз. Ром, на 8 часов посмотри, я... Так, вот, увидел контакт, иду на него, короче. Они идут к вам. В вашем направлении, это наши. Они к бобрам идут. Ну, в сторону бобров. Это дымящий. Да, вот одиночный контакт, вижу, идет в сторону бобров от Шербура. Да, да, да. Дымит. Нет. А, да, да, дымит. Чуть выше облаков. Нихуя она. Как такое возможно, блять, а? И за ним слева, по-моему. Не, нифига. Не вижу. Не вижу, чтобы она горела. Так она дымит, короче, сейчас дожгу ее. А, ну вот вы! Ну, добивайте. А, горит, горит, горит. Она горит. Горит? А? Да. Ну, ты, я говорю, горит. Это, кстати, я не знаю, вы помните этот... Дима Фенрис-то горел. Да, там это... Есть такой глюк, короче, что анимация горения. Она это... Кругами мотает. О, Лусу там... загорелся. Может, там пилот сдох просто уже. Нет, это, короче, я так понял, анимация как бы типа потух, но анимация остается гореть. А-а-а. Ну, короче, вот теперь падает. Все, он вниз пошел конкретно сейчас. Да. Я еще прочесал его. Они, кстати, тут анонсировали работу над поршнями. Там фоку что-то починили, Як-52. Неужели сервер появится, но? Ну, сервер не знаю, до остальных, может, тоже доберутся. Storm of War там верну, там все дела. Я в бане его. Там и так, я смотрю, нормально. Так чё, кто где? Я за бомберами потихоньку иду. Я тоже к бомберам притягиваюсь. Да. Сзади пара какая-то плотная.
Так да, кто? Это мы, да. Боты? Сзади, да, двойная пара, это мустанги. Ниже нас. Я рядом. Ну все. А, это ты командуешь, Рома? Да, ну кто угодно, может просто я это. Помогаю так. О, все, записали мне ее. А летательные аппараты это что? Это то, что записано, ну, в списке, в табличке. Ну да. Да, у меня единичка. Нифига себе. Ну, значит, одного сбил. А куда давить? Это формальная запись. В смысле? А? Ну, как бы по логу. Просто у нас вот это... Не, ну я по как бы... пулемету. По заявкам, короче, вот. По заявкам телезрителей? Я в лобовой-то причесал попу, хорошо, в принципе, попал по ней. Ну, вот брякнулось. Смотрите, я сколько у нас... Я двоих, а у меня ни одного не записали. А у меня это, нету, Мисаги не было, как бы, она же там вправо внизу. Да, всплывает. Мисаги исчезли, почему-то Мисаг нету. Ну, а в логе записалось. Неправильно, Рома, наверное, отключил, да? Я там каждый раз пытаюсь отключить, может, в этот раз получилось. Получилось, да. Но мы все равно все видим. Итого у нас, короче, 7 сбитых. А это половина от той шоблы, которая у нас ломилась. Эдуард. Смотрите, в прошлый раз мы заявили намного больше, чем фактически был уничтожен. Ну и нормально. Но это, в принципе, нормально. Это нормально для боевых действий, блядь. Главное, чтобы не больше, чем вообще самолетов. А это вообще никого не волнует. Там почти, да, больше, наверное, даже получилось. Ну, сошлось только у тебя и у Сергея. Ну там было в тот раз, тут все понятно. Ну потому что вы поджигали прям, это как бы сразу понятно. Кстати, прошлый ролик записался корректно. Вообще четко все, вот как вот было в бою, так и абсолютно все и в ролике было. А два ролика у меня запоролись, абсолютно бестолковые были. Я разбивался на взлете, блядь. Ну это нормально. Ну я пытаюсь понять просто, с чем это связано. Ну это... С тем, что косячно. Ретрограды, Меркурий, затмение, полная луна, тут хер угадаешь, короче. А-а-а. Критические дни. Видимо, да. Пишется не то, что происходило, а как бы... Там какие-то характеристики записываются, а потом восстанавливается по ним, типа, боевое... Ну, боевое действие. Да, я нет, так понял. С твоим самолетом, вот кто трек пишет, ну, там, получается, записываются, так понимаю, действия твои все. И они как бы воспроизводятся в мире. Ну, да, 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 да. И получается, там может быть чуть-чуть что-то не сошлось и все вот. Ну-ну. Ну это бред, конечно. Что, Бобров догнал, в принципе? Ну у них это связано, так понимаю, с отладочной этой работой. Потому что они постоянно просят трек прислать, чтобы в нем смотреть, что там вообще происходило. Что отвалилось? Пусть они действия записывают отдельно, а координаты отдельно. Может быть, просто смотри, вот двухчасовой трек, сколько там больше мы летали, он 100 мегабайт весит. А БУ-2, например, где там прям пишется, ну, вот таких проблем нет. Там 5 или 10 минутный 500 гигов занимает. Так что, вот. А, ну, типа, что экономичнее? Ну, скорее всего... Вот в старичке все было нормально с этим, я не знаю, что там можно еще придумать. Там было два варианта, не знаю, как там... Нет, там в старичке тоже было приколы, короче. Они большие были, гигабайтные там, да. На разных машинах все по-разному просматривалось. Короче, два варианта было. Вот как сейчас, вот, где пишется, что-то там, ну, действия, а не как бы события. И вариант был, где доска, ну, где почти 100% сходится. Вот там. Свой кстати... самолет всегда правильно работал в старичке. Там чужие не записывались иногда, потому что там... Вперёд, да, ты да. Справа дойдёшь? Да, если я сильно далеко я, от... Да. От строя. А, да. Всё, я за тобой. Принял. Так. Я видел, кто так агрессивно так на меня заходил сзади, блин. Это я. Я понял. Так, я чуть правее сзади бомберов, а вы где? Ну, мы вот как раз на... справа от них. Чуть выше. Почти над ними. Слева!
группа контактов. Вижу, да. Но это... Ты, видимо, кто-то встречающий. Ну, пошли, глянем. Провожающие. Пошли. По идее, не должно быть что-то экстраординарного. Но тут нельзя быть уверенным. Ну, кстати, тут таких тюлек, как Вулч на взлете, нету. Я что-то не помню. По-моему, ДЦС тоже обещали Темпест реализовать. Или Тайфун. Темпест есть, по-моему? Нету. Нет, Темпеста сейчас пока нету, но обещали. И я видел японцев позовите, на роликах на их. Японцы это фоки перекрашенные. Да? Да. Да, но зато похоже очень. Очень похоже вообще. Ну, японцы какого-то они, скорее всего, сделают, когда до Марианов дойдут. Ну, Марианы, они уже сколько обещают, именно 40, ну, Второй мировой, именно в контексте. Они сколько не обещают. Я не знаю, ну, американцы что, не могут проплатить, что ли? Такая тема. Ну, сейчас они Корсар сделают, и как бы ему... Не, в виде ботов-то они сделают что-нибудь, это... Точно, скорее всего. И наземку они говорили, что будут делать. Же там есть планы, ну, официальные. Там пока у них это Акова, МиГ-29 и что-то еще на следующий год записан. Я вот не знаю, это вот они зачем двухместные делают эти все проекты? Мне кажется, это бестолковка. Ну, потому прикольно. Что у них спрос гораздо ниже, чем у одноместных систем. А, ну, интрудер там еще А6. Кстати, интрудер это с Вьетнамской войны. Вот Вьетнамская война сейчас. МиГ-19 да. Есть, МиГ-17 есть. Фантом обещали, да? Да, да, фантом будет, интрудер. Интрудер, ну в принципе полный набор для вот такой войнушки. И с наземкой, и со штурмовиками. Да, Трудер, говорят, давай, даже... Бросай этих, ну их нахер. Да ну их нахер, да, я иду вон на мыс, короче, возвращаюсь домой, все, чему уже. Хватит сторожить этих овец. По поплу отчитываюсь. О, скоро empty будет. Ну вот, считай, влево я 30, после встречи сбросил баки. И вот, считай, на одном баке практически провел бой, да и, пожалуй, вернусь, наверное. Да не летай ты на одном баке, переключай ты их раз в 15 минут на левый правый. Да, и чё? Ну, пробьют тебе вот этот полный, когда один пустой будет, и все, и привет. Короче, ну, пробьют и пробьют. Там за минуту все выливается из него. Ну, все, у тебя один бак будет пустой, а другой пробьют целый, и все, и улетишь. Ну, и купаться. Как бы... А если в голову попадут, Витя, что, ну, все сразу. Сдаваем анализы и все. Короче, получается, самая эффективная стрельба на дистанции где-то в 3/4 круга максимального. Получается, он попадает прямо в сведение. И вот я две фоки так бахнул. Сведение это 1000 футов. Ну, я имею в виду, что получается... Ну ты поставь 1000 футов сведения на гироприцеле, ну, вот, и вписывай, ну, их в круг и все, в ромбики. Видишь, не всегда так получается, чтобы ровно на 1000 войти. Я кручу по мере сближения, но вот ты заметил, что именно вот когда чуть-чуть меньше, получается самая эффективная стрельба. Ну ты еще этот, размах крыльев поставь. У меня все выставлено. 33. Сколько там? 35 или 37? 33. Ну, 33. Так, что я вас потерял. А мы вперед. А мы вперед ушли, группы основной, идем на базу. Мы там что-то сунулись, посмотреть, что там за четверка идет, но потом плюнули. Да, спиты, скорее всего, какие-нибудь. Я за вами шел и сварились они. Ну, я вот за собой четверку вижу. Мы сейчас курсом 30 практически идем.
30. Вон я вижу эту полоску леса прибрежную. Вот мы на нее пялимся. Ну и там аэродром будет за ней сразу, насколько я помню. Не, видимо, здесь гораздо лучше в ДЦС. Transport leader, transport aircraft. All right, boys, let's go home. The drinks are on me. Over. You wish. That's it, boys. I've had it. See you after the war. Сколько там было вылетов у бобров американских? Что-то 25, по-моему, или 20. Их комиссовали. Ну, не то чтобы комиссовали, там что-то какие-то привилегии давали. 25. Но... Можно домой ехать. Домой их прям отправляли, да? Ну что ж, спивались, что ли? Нет, просто так положено было. Ну, если вы посмотрите фильм Brothers in Arms, там командир взвода, блядь, заявил, блядь, нахуй, ротному, у него, ну, комполка, что он, блядь, сука, заебался, устал, отправьте меня в тыл. Это пехотный, пехотный ком взвода, блядь. Ну, вот это, мемфисская красотка, это, там 25 вылетов, но им как бы это какой-то уникальный просто экипаж на самом деле. Они же вообще даже, по-моему, ни одного раненого не имели за 25 вылетов. Да, они потом там целый этот вояж по США был у них. Типа герои, все дела. Большинство 25 не пролетало, что ли, ты имеешь в виду? Да нет! Скорее всего, их просто были единицы процентов от формации. То есть они там сбивали по 10 самолетов, по 5, по 6, ну... Ну, самые большие потери несли они, это чуть больше 10% от количества вылетов. Это вот, когда... вот, вот. Ну, там типа 5% потерь от, в процессе налета, это считалось неприемлемым результатом, после которого моральное состояние экипажа, оставшихся в живых, было таким на грани. И считалось, что если меньше 5, то все окей. Но в пике они до, по-моему, 12% теряли. Это когда они вот-вот как раз получили немцы, по-моему, эти самые ночные перехватчики, чуть ли не вот эти вот, блядь, 88-е жучки. И они вот настреливали, там был какой-то период, когда они прям... По-моему, они в основном британцев ебашили вот с этих Шраги Мьюзик. Ну там, короче, они были смешанные налеты у них, и либерейторы были, и 17-е. Я просто это тут как бы тоже прочитал немножко, ну, по вот это, по поводу этих геротеней. Я не знаю, как насчет там Шраги Мьюзик, вот эта вот фигня была, но они просто тупо, по-моему, носового вооружения у них, в принципе, хватало, чтобы там втихаря подойти, ебануть и валить. Тем более ночью. Имейте в виду, что 10-5% это мало. 5% это считалось критическими потерями. То есть больше это было уже неприемлемо. А максимум, по-моему, 12 или чуть меньше 12% теряли. Вот в пехотном подразделении потеря средняя 6% считается утратой боеспособности своего подразделения. Это по каким нормам? Ну, по всем. Первая, Вторая мировая война. Что-то мало, мне кажется. Ну, это, да, кажется мало, но на самом деле как-то так оно. Это временная потеря, где нужно где-то часа 2-3 на восстановление боеспособности, ну, там, всего-всего. Ну, там в среднем это, например, в обороне там где-то, может, 8-10%, в наступлении там 4%, и все, подразделение больше никуда уже наступать не будет. Ну, в общем, примерно совпадает. То есть, когда они там 12% теряли, это был просто пиздец, короче, это что-то там. Они чуть ли не уже не отказывались от проведения операции. Ну, как бы замедляли. Это имеется в виду одномоментно, то есть... Ну, за один вылет, вот у них один вылет был.
Не, я про пехоту имею в виду. Ну просто сравнение, если так, ну да, как-то. То есть там требуется время на восстановление. Ну там несколько часов обычно, вот если про пехоту. У самолет, ну, у летчиков, наверное, день-два. Ну они тоже, по-моему, это не каждый день вылетали, я так понимаю. Да, конечно, не каждый. Это немцы могли по два вылета за день делать. Немцы и больше делали, до четырех. Ну, это вот эти вот все. Ну, это потому что ресурсов, когда не хватает. Каким курсом садится надо? Курс, короче, ветер 240, то есть... Оборот. То есть как раз 240 это курс посадки. Да, совершенно верно. А, ну да. Ну, был курсом взлета тоже. Да. Я не смотрел. Просто взлетел за Серегой. Ну, все правильно. 240, значит... Что-то я вправо сильно ушел. Ну, аэродром вижу. Ты ведь уже заходишь, да? Да я за тобой шел. Что ты сейчас? А кто-то уже примчался, я вижу над аэродромом, кто-то носится. Я за тобой иду. Ага. Ну я имею в виду над аэродромом уже кто-то. Это Дима, ты что ли? Ага, понял. 240 еще. Ну, это, короче, в сторону моря 240. Да. Прикольно так двигло детонирует на нулевых оборотах, на холостых. Вот я на фоне земли потерял. Да тебя вообще практически сразу потерял. Чуть-чуть когда отвлекся и херакси, все, да, на фоне земли тебя не видно уже. А, все, касается полосы. Ну, точку вижу, катится. Ага, я следом. Ну ты развернулся, да? Да, я на глиссаду. Ну все, давай, я тоже. Не, ну тут вблизи все равно намного лучше видно. Ну конечно лучше. Захожу. Примерно. Посадочка. Я принимаю влево. Принял. Я правее пойду. Ага. Самолет. Взлетел. Касание. Все, садиться можно там. Так, я захожу. Я на посадочке. Да. Присади уже. Да. Все, далеко. Полосу освободил. Слушай, ну. А, я тебя вижу тебя. Я за тобой иду. Все, давай, я слева, короче, тоже буду.
Ага, Серега. Вроде как. Все, все. И звук все-таки вот более реальный, ну, мне кажется, все-таки в ДЦС. Прям такой вот звук сочный, прям такой. Вот я сейчас слушаю заходы самолетов, ну прям вот реально, вот со всеми такими переливами. Кайфово. Слушай, я что-то мне в YouTube подсунул, короче, видео реального полета Мустанга. Ага. И потом видос из ДЦС. ДЦС. Ой, ага. не Мустанга, господи, этого. Москита, блин. И чё? Ну, слушай, ну немножко отличается все-таки. Ну, так вот, с учетом, как бы если сделать поправку на игру, то в принципе приемлемо. Да вполне. Ну ладно, парни, здорово полетали. Да. А... Там же, кстати, видео у них есть, где летчик на Мустанге в реале летит, потом ДЦС и. Да, это видео уже сколько я буду? Года два, наверное, как минимум. Но там тоже, там же гражданский вариант этого Мустанга. О, какая разница, он же из военного. А по поводу там звуков, вот это... Там, кстати, на низких оборотах тут это более детально начинает проработка двигателя работать. Да, да. Ну, все вот эти вот подтвердывания там. Да, 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 да. Каждого да, да. цилиндра там. Ладно, парни, пока. Спасибо всем. А, давай, Серега, счастливо. Что, все, все, все ли? Угу. О, третьего мне записали. Наконец-то. Все или по-быстрому слетаем еще? Давай на вертолетах. А мы в тундру поедем. Кекс, ты тут? Да. Там что, ешь, что ли? Ем. Правильно. Я тоже ем.